Всем привет! В сегодняшнем выпуске приготовим салат на ифтар. Изначально я хочу попросить вас подписаться на мой YouTube-канал. Конечно, готовьте вместе со мной и пишите свои пожелания под этим видео. Для салата нам понадобится куриное филе, шпинат, финики, апельсин, помидоры черри и, конечно, классика специй, масло. Изначально нужно будет куриное филе замариновать и отправить готовиться в духовку. Далее мы с вами приготовим овощную заготовку. Для салата будем использовать финики королевские, они такие крупные, мясистые, очень вкусные. Апельсин, я вам ранее говорила, шпинат, здесь он у меня молодой, старайтесь брать на салаты молодой шпинат. У них будут листья такие небольшие, маленькие. Для маринада будем использовать классика специй, соевый соус, мед и масло. Давайте замаринуем куриное филе. Заправляем куриное филе, соль экстра, немного паприки для цветовой гаммы, молотый черный перец, растительное масло, буквально пол чайной ложки меда, соевый соус, и апельсин. Апельсин будем использовать для маринада и также в салат. Хорошо, отжимаем. Теперь тщательно перемешиваем. После того, как куриное филе замариновали, дайте отдохнуть буквально 10 минут в маринаде. Далее уберем в духовку при температуре 200 градусов на 15 минут. Куриное филе отдохнуло в маринаде. Перекладываем на противень. Вливаем весь маринад. И убираем в духовку, еще раз повторюсь, при температуре 200 градусов на 15 минут. Готовим овощную заготовку для салата. Порежем апельсин. Срезаем белую мякоть. Зачищаем косточки и вырезаем только мякоть. Буквально мякоти грамм 70 нам хватит. 70-80. Сейчас еще одну дольку порежу. Все, достаточно. Перекладываем в емкость. Далее порежем финики. Нужно будет снять косточку и порезать пополам. Фиников можно использовать грамм 50-60. Порежем помидоры черри, режем базовую нарезку просто пополам и срезаем плодоножки. Помидоры черри можно использовать на салат грамм 80-100. Перекладываем. Теперь добавим шпинат. Грамм 70 шпината достаточно. Овощная заготовка готова. Куриное филе тоже практически готово. Теперь нужно будет порезать куриное филе, добавить салат, приготовить соус и заправить подать гостям. Куриное филе готово. Запекалось 15 минут. Посмотрите, какой золотистый коричневый цвет. Это благодаря меду и соевому соусу. Теперь дадим буквально 10 минут отдохнуть. Тем временем приготовим соус, затем порежем и добавим салат. Для соуса нам понадобится оливковое масло, яблочный уксус, дижонская зернистая горчица, прованские травы, мед и соль. Давайте приготовим. Готовится буквально 5 минут. Все по очередности будем добавлять. Прованские травы, мед. Для соуса рекомендуется мед использовать жидкий, но у меня здесь он густой, так как он гречишный. Но я вам рекомендую использовать жидкий мед. Горчица. Горчица зернистая, дижонская. Добавляем 1 чайную ложку. Яблочный уксус. Буквально грамм 40. Оливковое масло. Оливковое масло можно добавить, ну, грамм 200. Добавляем экстра соль. 1 чайную ложку достаточно. Теперь нужно будет донным венчиком хорошо перемешать. Прям тщательно, хорошо перемешиваем. Мешайте в течение 2 минут до растворимости ингредиентов.
Соус у нас готов. Давайте я вам покажу, какой он насыщенный. Немного есть легкая густота. Все, друзья, давайте порежем куриное филе теперь. И последний штрих, режем куриное филе. Нужно будет нарезать крупно кубиком, так как у нас все ингредиенты порезаны кубиком. Ой, вернее, порезано крупно. Также нужно будет порезать крупно. Обратите внимание, какая красота. Сочная, не пересушенная, буквально 15 минут при температуре 200 градусов. И самое главное, смотрите, я когда режу, куриное филе не рассыпается. Если вы правильно готовите, не пересушили куриное филе, при процессе резки оно не будет рассыпаться. Если пересушили, когда будете резать, по волокнам мясо будет рассыпаться. Одной грудинки достаточно. Добавляем нашу заготовку овощную. Салат будем выкладывать руками. Важно выложить красиво и соблюдая цветовую гамму. Также периодически будем поливать соусом. Изначально выкладываем шпинат. Затем помидоры черри, апельсин, куриное филе, финики, поливаем поверх салата соусом. Когда вы вот так заправляете салат, поливаете сверху, тем самым у вас салат дольше сохранится на столе и быстро не осядет. Рекомендую миксовые салаты просто поливать сверху соусом. Затем тот же самый процесс, шпинат, все овощи по цветовой гамме, финики, апельсин, куриное филе и сверху еще шпината дополнительно. Поливаем соусом. Друзья, салат практически готов, но посыпем кедровые орешки в завершении. В сегодняшнем выпуске приготовили салат на узашар, это то есть на ифтар. Дорогие друзья, салат готовится быстро, как вы видели. Важно куриное филе правильно приготовить, приготовить соус и красиво, хаотично, соблюдая цветовую гамму, выложить салат на тарелку. Обязательно готовьте, сохраняйте видеорецепт, пишите свои пожелания, ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Встречаемся в следующем выпуске.